Добрый день. Как часто у вас проводятся инструктажи с обслуживающим персоналом о мерах пожарной безопасности и журнал учет инструктажей? Георгий Лохвицкий заходит в школу и сразу начинает проверку. На плечи инспекторов пожарного надзора большая нагрузка ложится именно летом. Они проверяют безопасность школ региона. Необходимо, чтобы все системы безопасности к началу учебного года были исправны. В обязательном порядке проверяется работоспособность данных систем, что мы сейчас и сделаем, сымитировав срабатывание ручного пожарного извещателя. Давайте попробуем. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. 50-50-50. Здание попали. Администрация лет встречает. По внешне ничего. Разведка. 50-31-103. Провели проверку всех этажей. Ничего не обнаружено. Ложное срабатывание. При проведении проверок в обязательном порядке проверяется состояние аукционных путей и выходов. Все аукционные выходы должны открываться изнутри без ключа. То есть вот устанавливаются подобные задвижки, ключ не требуется, выход на улицу осуществляется свободно. Размещение и состояние первичных средств пожаротушения, огнетушители порошковые на данном объекте, перезаряжены в 2019 году, срок следующей перезарядки 2021 год. Работа пожарного надзора порой кажется незаметной, но именно благодаря ей пожары не происходят, а предупреждаются. Задача сотрудников подразделения – находить нарушения пожарной безопасности и устранять их. И не только на общественных объектах, но и в квартирах нижегородцев. Инспекторы постоянно проверяют дома неблагополучных или многодетных семей, напоминают о правилах пожарной безопасности и частенько помогают делом. Мы посетили вас для того, чтобы еще раз напомнить требования обеспечения пожарной безопасности в жилых помещениях. И также в рамках реализации совместного плана с управлением социальной защиты нам необходимо поставить у вас автономное бытовое извещение. После беседы к делу. При поддержке районной администрации в квартиру многодетной семьи бесплатно устанавливают пожарные извещатели. И это только часть ежедневной, но важной работы сотрудников государственного пожарного надзора. В этом году структура отмечает свое 93-летие. Дорогие друзья, мы работаем в прекрасной службе, это государственный пожарный надзор. Все мои боевые товарищи, с кем, кто рядом со мной, это высокопрофессиональные, замечательные люди, которые выбрали свою стезю, это служение людям. Считаю это дело благородным и достойным уважения, поэтому от всей души поздравляю с этим замечательным праздником. Телекомпания НТВ присоединяется к поздравлениям и желает всем причастным спокойной службы. Даниил Воронов, Виталий Кудрявцев, Патруль НТВ.